Он теряет пассажиров. Ты чего творишь-то? Так, здесь у меня почему-то не заезжает с первого раза. Ладно, сейчас я попробую. Поднажать. Хорошо. Еее, второе место, ребята. Тоже неплохо. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, ребята, вы на канале Duda Play, мы продолжаем играть в игру. Выбираем наш, машинку нашу, давайте покрасим ее в цвет красный, готово. А водителя давайте сделаем такие вот штанишки и кепочку пещерного человека. Поехали. Так, а ну-ка посмотрим, сколько у нас сейчас монеток. О, не успели, ладно. Едем, едем. А все почему-то на красных машинках едут, ё-моё. Так, а ну-ка, тихо. Хорошо, проехали. Так, монетки были сверху, ё-моё. Так, водичка, аккуратно. Едем. Мы должны первые приехать, чтобы нам дали побольше денег. О, тихо. Главное не перевернуться. Есть! Первая позиция, ребята. Отлично, далее. Так, нет, это не надо. Новый вызов, отмена. Так, далее. Так, давайте. О, быстренько. Есть. Идеальный старт. Но у нас чувак на этом самом, как его, спади. На автобусе впервые нас едет. Но он, наверное, разобьется нафиг. Опа! Как и я разбился. Ладно. Я тоже, наверное, в следующий раз выберу автобус. Так, все, идеальный старт. Едем. Аккуратненько. Тихо, главное не перевернуться, ребята, здесь. Да, смотри, этот на автобусе, чувак. Он теряет пассажиров. Ты чего творишь-то? Так, здесь у меня почему-то не заезжает с первого раза. Ладно, сейчас я попробую. Поднажать, хорошо. Еее, второе место, ребята. Тоже неплохо. Далее. Так, мы второе место заняли, второй кубок. Так, ежедневный приз. А, давайте заберем 5000 монет. Да ну нафиг, я не верю в это. 5000 монет нам дали. Офигеть. Давайте дальше едем. А, давай выберем, знаешь что, автобус. Да. Поехали на автобусе. Сегодня мы будем ездить, наверное, на автобусе. Такой у нас синенький автобус. Что-то все ну, на автобусах, я смотрю. И все на синих почему-то. Надо будет покрасить мне автобус. Потому что я хочу немножко отличаться от других. Вот. Поэтому возьмем другой автобус с цветом. Сделаем. Так, ребятушки. Эйс. Смотри, два эйса. Один эйс и второй эйс. С цифрами. Чего они? О, только третья позиция. Офигеть. Ладно. А у этого крылья какие-то, смотри, на автобусе, я смотрю, есть. Интересно. Так, все, поехали, вперед. Идеальный старт, ну почему? Ну они, видимо, прокачанные автобусы, слушай. Да, стопудово. Так, подъезжаем. У меня такой страшный звук у автобуса, постоянно скрипит. Так, ой, монетки, отлично. Тихо, нет, перевернулись, ребята, разбились нафиг. Ё-моё, как жаль. Как жаль. Надо сейчас выиграть хотя бы первое место, чтобы мы получили хотя бы не последнее. Так, Дэрил выезжает вперед. Я смотрю. А, да что такое за место? Ой, хорошо, что я еще живой остался. Тихо. Опля. Так, ой-ой-ой, девчонка, смотри, выпала у меня. И чувак какой-то выпал. И третий чувак. У меня все чуваки повыпрыгивали. Только один водитель, видимо. Как-то себе чувствует хорошо там. Ага, третья позиция у нас. Так, и у нас средний, сколько, какой результат будет. А, третье место, ё-моё. Так, ладненько, давайте дальше поедем. На автобусе, но только поменяем цвет автобуса. А, у нас нету цвета. Понятно. Мы цвет не можем выбрать пока что. Ничего страшного. Надо открывать цвета автобусов. Там мы едем зимой. Я люблю зимой ездить. Хорошая погодка. Падает не спеша снежочек. Так, вот монетки. Ай, монетки провалили. Монета куча. Алло, давай куда-нибудь переворачивайся. Почему назад ты не можешь перевернуться?
Эх, ладно, у нас еще второй шанс есть на этой карте. Надо аккуратненько будет. Такой-то Мэнки, да пусть Мэнки, а, это босс, босяра Мэнки, я же помню, я в прошлой серии с ней воевал. Она какая-то хитрая, она всегда выигрывает. Не знаю, в чем прикол, мы в этом месте опять падаем. Так, здесь надо аккуратно, опа, сняли мы крышку. И сейчас чуваки могут выпасть. А ну-ка, смотрим, как они начнут выпадывать. Первый выпал. Так. Потому что надо пристегиваться, ребята. Вы не пристегнутые едете. Все. Вторая позиция. Ну, я кто бы сомневался. Это Мэнки, она очень быстрый. Быстрый. Очень быстрый игрок. Так, идеальный старт. Но даже с идеальным стартом мы... Ой-о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 й. Сразу сняли крышу. Едем дальше. Сейчас наши чуваки начнут выпадывать один за одним. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, одного потеряли. Так, еще двое едут. Ух ты, может быть, я первый проеду, нет? Опля, а, фигушки. Так, Мэнки там, я надеюсь, застряла. Надолго. Опа, нифига. Так, все, я один еду. Ее, первое место. Наконец-то, первый раз. Круто. Где... А, вот и Мэнки едет. Превосходно. Отлично. А может быть, эту штуку можно открыть? А, нет, надо еще что-то. Надо еще что-то. Так, ехали, поехали дальше. Так, а ну-ка, увеличиваем передачу нашу. Все, едем. Ох, какие прыжки здесь будут. Ё-моё, нифига мы как прыгаем. Тихо. О, монетки, тихо, давай назад. А-а-а, там было столько монет. Ладно, главное вот эти хотя бы собрать. Хорошо. Хорошо. Так, тут еще у нас куча бензинчика. И мы первую позицию занимаем и переворачиваемся нафиг. Вот так. Всем крындец. Всем крындец в автобусе произошел. Но от радости. От радости ничего страшного. Зато мы первые были. Так, едем аккуратно. С нами едут какие-то чуваки. Вот этот чувак из Германии, флаг Германии. Так, давайте его обгоним. Ага, Джонас какой-то. Слушай, Джонас. Мы обогнали его, хорошо. Мы должны быть первыми всегда. У нас флаг какой, видишь, красивый. Так, все, давай. О, все, хорошо. Есть. И давайте дальше. О, так, поехали. Такое у нас чудо-автобус. Ох, что-то там отлетает от автобуса постоянно. Монетки. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига, сколько мы пролетели, ага. 14 секунд написано было. Так, 5 секунд. И первое место занимаем. Отличный, супер-автобус, хорошо, что я его купил. Он мне очень нравится, этот автобус. Так, большой кубок мы забрали. И отправляемся дальше, ребятушки. Так, у нас будет пустыня. Пустыня. Ага. 9000 монет у нас. 9000 монет. Хорошо. Так, вот. А откуда вода-то в пустыне? Алло. А, здесь будут эти кактусы, которые мы будем в них врезаться. Кактусы. Надо будет как-нибудь аккуратно это все делать. Проехать, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится-то, ребята, давай назад аккуратненько. О, так, сняли шляпу мы. Шляпа наша снялась, автобусная. Крыша. Так, ну-ка, аккуратненько. О, монетки, все монетки собрали. Хорошо, первое место, и прям на бошке мы сели. Да, как этот чувак, который рядышком был. Так, все, заработали. Что мы заработали? Так, едем дальше. Опа, идеальный старт, ребятушки. Так, о, чувак сразу перевернулся, ё-моё, после старта. Здесь не надо никуда спешить, аккуратненько ехать надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как я в смысле разбился, у меня же еще... Да, выбило стекло, видимо, и мы перевернулись и разбились, ребятушки, так бывает. Эх, как плохо. О, еще раз можно, хорошо. Так, сейчас мы проедем, нормально все будет. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, вот и кактусы. Так, мы их сейчас разобьем. Едем дальше.
О, какой прыжок. Ох ты, ё-моё. Тихо. Монетки. Едем дальше. Подъем. Вот, вот здесь смотри, сколько монеток. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Единичек набрали. Хотя там пятерочек было много. Так, далее. Так, сколько мы? Немножечко проехали, да? А дорога к легенде. Ух ты, в смысле? Алло, это что такое там за нарисован у нас за автомобильчик? Мы его получим, интересно? Так, а ну-ка, с боссом, да, с боссом. Хорошо. Сейчас будем с боссом воевать. Ладненько. Поехали. О, может быть, мы и выиграем, слушай. Хотя, маловероятно, но, возможно, может быть. Все. Так, монетки собрали. Едем. Ай-яй-яй, не перевернись. Не... Ой, фух, слава богу. Все нормально, ребята. Так, нам надо эту Мэнки быстрее проехать. Так, а вот здесь, да, здесь будет проблема. Здесь проблемка подъехать, подвернуться. Так, Мэнки убежала. Так, ё-моё, Мэнки. Ну, дай мне выиграть хотя бы. Ой, хорошо. Мэнки уехала. А, нет, в смысле? А я думал, она там сзади стояла. Она вон где была. Она выиграла, а я проиграл. Как жалко, ребятушки. Пожалуйста, поставьте мне лайк, а. Чтобы я выиграл эту Мэнки. Вот так вот. Так, аккуратно. Есть. И еще вон куча монет. А, проехали монеты, ладно. Ничего страшного. У нас здесь вот еще есть монетки. Так, чуваки, сидите нормально там. Вы что выпрыгиваете-то? Так, а вот это нужно... Вот это дело бы проезжать. Хорошо. Так, скоро у меня полностью развалится нафиг этот автобус. Прочность у него не особая. Так, ладно. О, да, видишь, на одном колесе я поехал. Офигеть просто. Но все равно мне дадут какие-то монетки. А, еще раз можно, смотри. Так, это Мэнки, да, я так думаю? Да, Мэнки. Три раза нам дают с Мэнки. Так сказать. Выиграть, да, дают шанс. Ну, хорошо. Ох ты, нифига. Нет, врезались. На большой скорости, потому что летели, разбило стекло, и мы, к сожалению, проиграли. Да, 50 монет дали. Ну, все равно спасибо. Ох, нифига, в смысле, почему я отъехал назад? Потому что я проиграл, да? Ё-моё. Дорогие друзья, ну как так, а? Ладно, будем играть завтра тогда. Сегодня будем заканчивать серию тогда всем. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал, пожалуйста, и поставьте лайк. Всем пока.